what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to... Вы что, вдвоем будете снимать? Нет, вы помогите ему... Закупить. Он точно так же говорит. Я это не мой. Вы на планерке его вызываете. Я вызываю при вас. Он бывает. Я вот список показал. Это вы показали повторно. Этот список с марта месяца. Теперь что я должна делать? С марта месяца. И с марта месяца я уже сижу, подаваю. Я уже столько обуви не сказала. Я уже всю обувь порвала сюда. Уже в резине. Вы купили дом без воды. Когда вы это сделаете? Вы купили дом без воды. Без воды, а вода рядом, а вы не даете мне подключиться. А вода рядом. По договору. 1453. Договорных обязательств 180 дней. 180 дней еще не прошло. Вы стоите в Минске. Вы заходите без них? Ну, мы заходим, да. Без них вы заходите? Ну, почему? Мы потому хотим... что доверие носить представление ваше. А мне не нужна доверенность. Я с вами не общаюсь. Серьезно? Нет, у нас нет доверия. Ну, тогда вы заходите. Мы заходим, нам нужно. Вместе заходим. Да, да, вы вместе заходите? Да. Или вы заходите? А у вас какой-то дискриминация? У вас дискриминация? Да зачем мне доверенность? Я ему просто чтобы доверенность. Человек предоставлял чьи-то интересы. А я не представляю, да. Просто как средства массовой информации приглашен. Покажите просто документы. Я вам показал. Покажите. Вот это? Вот, да, запрос. Потрогайте. Вот это? Покажите. Вот это документ массовой информации? Да. Вы являетесь корреспондентом? Все верно, да. Покажите документы. Какие-то у вас основания не доверять здесь? Да. Ну, сделайте запрос. А я не буду делать. Покажите мне документы. В полицию обратитесь. Я не хочу никуда брать. Покажите, вы пришли ко мне. Я вам показал только что. Это? Конечно. Бумажка. Бумажка? Да, которая висит в руках что? У вас в руках что? Понимаете? Я говорю, я не буду с вами, вы никто. Опа, вы просто опа, никто. На. Вы не человек, опа, вы не предоставили. Опа, вы не представили. А ты балабол, понял? Понимаете? Ты балабол, величка. Я тебя посажу. Хорошо. Посажу хорошо. Тебя. Выходите на говорю. Личность. Хорошо. Будьте, да. Он меня только что... Слышали, как назвал? Я никто, я не человек. Вы? Да. Никто. Вы вы что? При всех людях камера, сказали, камера не сотрет. Да, без да, него да, будете? Все. Пойдемте. Вы одна заходите? Нет, невеста нет, и они не Игорь Юрьевич. Они не заходят. А почему? Потому что я не понимаю. Проблемы, которые вы нам ну почему? Вы понимаете, мы без этого что? Человека мы не можем решить те проблемы. Без этого человека можете обратиться в суд на законный момент. Зачем нам? Яна, проходи. Иди туда, Яна, разговаривай. Я пока пообщаюсь. Хорошо. Понимаете? Это не дело. Это не дело. А, все, он закрылся. Сейчас я пригласил сотрудников полиции. Свидетели и камера сделают свое дело. Присутствие 5-6 человек, гражданских лиц, под видеокамеру сказал, что я не человек и никто. При этом отказался в связи с этим меня на прием принимать. Считая в его словах действия дискриминационного характера, подпадающий под уголовную ответственность. По данному факту прошу принять заявление, пока устное. Все, я понял, хорошо. Ничего себе, вот это да. Представляете, как он? Вот так. Можете пока граждан опросить вот здесь, которые слышали. Вот человек находился. Да. Ну, бабушка, не знаю. Слышали, как он сказал, я не человек? Да, да. И никто. То есть я считаю, что это дискриминационные высказывания. Видеокамера. Документы ваши, чтобы мне принять от вас объяснение. Пропусти. Ну даже Сергей Александрович скажет, что нельзя так высказываться. Правда, Сергей Александрович? Нельзя человека называть, что он не человек. Я же не знаю, о чем говорю. Не, ну я просто говорю. Ну вот если бы я вас так назвал, вам бы было приятно? Ну мне вообще как бы не очень приятно. Ну мне, например, ну может, я понимаю. Ты зачем нам эту тему развивать? Ну я понимаю, я просто к чему говорю. Я просто разговаривал с людьми за вас, и мне сказали, что вы, в принципе, нормальный, хороший человек. Выйдите, пожалуйста. Бывает.
Ваши проконсультируют, расскажут. Хорошо, я не знаю, лично пообщаться. Пойдемте покалякаем, чаю попьем, не вопрос. Да я предлагаю уже кофе. Какие вопросы ко мне лично? Нет, да нет уже никаких вопросов. Просто изначально немножко ноги. Дружная компания собрались. Я уже предлагала кофе. Я только за. Я всегда. Не хотят. Всегда мирным путем. Стой. Я иду. Стой, блядь. Я иду. Пойдем. Меня что, не принимаете? Пойдем. Стоп. Вот здесь раз. Здесь права и обязанности по 51 Конституции, 25.1. Но здесь они все у вас будут, вот здесь вот, на обороте. Вы с ними ознакомитесь. Все здесь на обороте, вместе с копией я вам отдам. Да, здесь. Пожалуйста. Все, спасибо вам большое, мы на связи. Копия протокола получила здесь подпись, я вам сейчас ее отдам. Вот. Где ваша фамилия? Здесь, о времени и месте рассмотрения по вызову. Здесь есть отдельный документ, ходатайство о рассмотрении в суд. Послушайте, пожалуйста. Не, ну как здесь? Ну, ты можешь написать, сейчас написать ходатайство о... Значит, рассмотрение по месту жительства можешь не писать. Но лучше, вы же хотите СИП лучше попасть, здесь. Лучше здесь, да. Ну, значит, подпись. Где-то здесь, рядом с своей фамилией. Не имеет значения, справа или слева. Без разницы. Есть такое дело. Это приложение к протоколу. Это вам. Угу. Можете сложить, ознакомиться в дальнейшем. Не имеет значения. Вроде понятно. Часть 20, какие 20? Точка 6, точка 1, конечно. В декабре месяце привлекались уже за маску? Ну, вернее, не я, а другое лицо. Но на меня штраф выписали. Ну, штраф у вас и есть, то есть привлечены вы к ответственности. Я же не ошибаюсь. Соответственно, у вас повторно. Другое лицо трогаю. Стоп. Лицо какое другое? Владимирович. А я Валерьевич. Валерьевич? Ну, Валерьевич. Привлек Владимировича. У меня есть то, что Владимировича привлекли, не меня. Да-да-да. Вон, гляньте, товарищ полицейский, обратите внимание, органы дыхания открыты. Да, Владимир, когда вы меня примете? Алло. Видели? Органы дыхания были опять открыты. Я еще в кушевке здесь, на канале. Не хочет. Так, кто-то, блин, алло. Писать. Алло, на. Мысли пройдемте, я следующий по очереди. Пожалуйста. Я не могу понять, почему вы меня не пускаете? Мне того. Позвоните сейчас, я вам дам. В чем такой нервный, я не могу понять. Сила применяет. Ударил меня по ноге, а? Финенко. Что? Наталья Викторовна, я вам разрушаю все по рукам. Свяжитесь, я думаю, она более конкретно сможет помочь в этом вопросе. А ты что сказал? 8-918. Я сказал, что собрать все документы, что я веду уговора нет. 53. 198. 18-63-183-198. Отказываете в приеме или что? Я не могу понять. Андрей Владимирович, вы отказываете в приеме? У меня есть пропуск. Можно на прием? Андрей Владимирович, вы что делаете? Ай, блин, ногу, блядь! Что такое? Снимал? Да. Давай, сотрудник, полиция. Товарищ полицейский, там ногу прищемили Игорю. Нужна помощь. Величко ногу прищемил. Где прищемили? Ну вот он идет. Ногу прищемил. Он не ногу, он повредил детально, все силы ударил. Он нарушает общественность. А вы, гражданин Величко, нарушаете масочный режим.
масочный режим нарушаете, величко. Величко, масочный режим нарушаете. Я буду от граждан принимать. Что шатаюсь? Примите заявление, выдайте мне справку, я пройду сейчас на вопрос, по плану где. Справку вам какую выдать? Ну, на СМЭ. Направление, да. Я думаю, что за справку. Я, ну. Присаживайтесь. Отдыхайте, загорайте. Можно я тогда по поводу того оскорбления напишу сначала? Да, конечно. По поводу заявления приму от вас. Так, ну, в общем, вышли мы на территорию. Сейчас Игорь будет писать заявление по факту того, что ему повредили ногу. А вас что, отпустили? Нет, меня арестовали. А? Арестовали. А что вы тут делаете? Здесь, а? А что вы тут делаете? Административ, говорит, написали. В алкогольном отменении к вам можно заходить? И чё? И что? Чё? Это да. Телефоном. Записывай. Владимирович. Ну вот он, друзья, пришел величко. Там у меня в рабочий день закончится. Ну что, тёлочка, Варя, выключи, что ты хуя? Что тёлочка? Кто тёлочка? Мужик. Я приехал, вот он приехал. Что ты хотел? Что ты мне хотел? Убери камеру. Да я просто держу. Ну, видите, вон, где я его попросил. Кто балабол? Вон балабол. Тебя тоже просили много раз. Да? Балабол. Кто балабол? Ты балабол. За твоим другом. Вот, да. Он ничего не обещал. Ну, сказал, я держу камеру. Работа, да? Иди лучше в этот, в атмосферу посиди. Понимаешь, моя личная жизнь, это моя. Понимаешь? Твоя. Понимаешь, если ты подпишешь, ребят, а? Молодец. Ну что ты мне еще хотел? Балбол, так писал, обоснуй. Балбол, да? Обоснуй. Обоснуй. Ну обоснуй. Ты обоснуй. Нет, ты меня закон. Так ты же суд себя управляешь. Вот я почти. А ты от людей все. Я к тебе конкретно. Ты не поднял? Да. Понятно? Нет. Ну, а ты мне сказал, и два рада. Вот я пришел. Объясни. Ну а что ты меня на прием не пускал? Потому что ты не гражданин. Не гражданин? Абонентов. Понимаешь? Я где учил? Я учил тебе штукатурить учить. Надо плохо слушать. Да мне ваши статьи вообще по барабану. Я на полицию по барабану. На прокуратуру тебе. Нет, да поверь мне. На прокуратуру тебе по барабану. Я на всех по барабану. Нет, а ты так думаешь. Я вижу. Я за закон. Я убери камеру. Я держу просто. Убери камеру. Убери от меня камеру. Так я держу просто. Что ты очкуешь? Камеру убери. А что ты ко мне пристаешь? А что ты? Ничего. Я со стороны, я что-то противоправный действий. Я ничего, я разговариваю. Мало ли. Ну, а я тебе не виноват. Ну, ты пошел, направился. Ну, я не могу подойти к тебе. Ну, я же... Ну, я подошел к тебе. Ну, пускай он берет, я не хочу. Ну, вот я сниму все вопросы. Ну, я тебе не на работе, понимаешь? Я просто не на работе. Я пришел подъехал. Пойдем подойдем. Что ты вот? Боишься и камеры или меня боишься? Пойдем отойдем поговорим. Да просто поговорим. Ну просто говорим. Ну говорю. А зачем мне снимать? Ты хотел задать вопрос. Ты вопрос открытый. Почему вы не пересчитали тариф? Я пересчитаем тариф. Когда? Согласно РЭК. РЭК считает тариф. Ты это хотел сказать? Послушай, в 2018 году кого судили? Приемника твоего? Друга, товарища? Я судили преемник, который сам здесь на нее. Во-вторых, все тарифы считают РЭК, ты это тоже знаешь. Ну, я знаю. Ну, а что, не знаю. На кейсе судом было установлено, что подложные документы не было в суде подложных. Как? Это приговор открыт? Хорошо, читаем приговор.
изучаем, что тарифы были завышены, приговор суда. Я сейчас хочу поинтересоваться у тебя, первым. Я попросил при камере, видишь, стоит нормально сейчас? Да ты только что 5 минут назад меня тут поливал. А ты меня тоже поливал. Нет. Ты? Я голова, или ты со смешного не слово балабол – это не оскорбление. Да? Словари Ожегова – это не является оскорблением. Ты уверен? Уверен. Уверен. Ну, почитай, я уверен, я ознакомился с словом. Ну, давай, выстави. Понимаешь? Да, что еще хотел? Так ты не ответил на самом деле. Я тебе говорю, РЭК считает тариф. Дальше. РЭК основывается на чем? На представленных фактах. Документах. Они считают факт, они проверяют. Ну, судом было установлено, что документы были подложены, завышены. Какие ко мне вопросы? РЭК считает тариф. Я ответил на твой вопрос. Так они считали по подложным документам. Вопрос. РЭК считает документы. Какие были там документы подложены, я тебе не могу сказать. Ну, давай тариф. Приговор сюда. Мне не надо твой приговор. Есть тариф РЭК. Вот он и работает согласно тарифу РЭК. Дальше вопрос. Какой еще вопрос? Мне не смешно, тебе смешно. Мне смешно, реально. Ты же понимаешь прекрасно, в чем дело. Ну, дальше. Ты мне хочешь. Я отвечу на... Я на первый вопрос. Конечно, тебе плевать, скорее всего, потому что ты не житель коренной этого населенного пункта. Я уже давно это житель коренного населенного пункта. Понимаешь? Ну, да, ты не, тебе не плевать на людей. Не вы, жители, тут коренного, знаешь, Кусёвского района. Тебе не плевать на людей, честно. Я никогда не плевать. Ну, а почему вы 109 рублей считаете за воду, которую водой назвать нельзя? Почитай в Телеграме, тебе там все объяснит. Твои друзья, твои коллеги, там уже пишут, нас зря пишут, да, там все остальные. Они тебе все там напишут, расскажут. Что ты мне начинаешь? Провоцируешь. В Телеграме вечером придешь, почитаешь. Я уже читал. Ну, почитаешь еще. Хорошо, вопрос. За те слова, которые ты сказал в Инстаграме. Писал. Ты отвечаешь какие за эти слова? Я вот и хочу поговорить за эти слова. В Телеграме. Что там писать? Тебе дать послушать. Да. Ты мужик? Да. Мужик, да. За свои слова отвечаешь? Ну, давай. Ну, открывай. И читай, что я писал. Ну, так ты же хочешь. Ну, ты же хочешь, я тебе просто говорю, ты же такой правильный. Правильный. Да, людей не оскорбляешь, личную жизнь не лезешь, да? Дай на меня в суд. А зачем мне суд? Я вот пришел тебе глаза посмотреть. Посмотрел? Ну, и ты что? А что ты сегодня отказывался? А я не хочу с тобой там, прием граждан. А я гражданин твой? Ну, в принципе, не граждан, не абонент. Нет, ну ты себе не человеком назвал. Вах, я тебе сказал, ты не дал договорить. Конверсатио. Ну извини меня. Ты сказал, что я не вот человек. Вот это молодежь ты умеешь. Ты умеешь вырезать видео, которое тебе абсолютно надо. Абсолютно ничего умеешь. Я даже этим умеешь. Не занимаюсь. Я только ты умеешь девушка, которая Юлия Владимировна, Анна Владимировна, приходила по поводу мать многодетную на счетчик поставила. Она пришла, сказала. Она говорит, я не буду ничего на камеру говорить, потому что он человек, все перекрутит. Понимаешь, люди уже тебе перестали верить. А, да? Да. Ну, ради Бога. Ну, понимаешь, я просто не могу понять тебя. Все, если мне люди сегодня скажут, что перестали верить, да, я уеду и все. Да? Кто верит? Нет. Ну, посмотри, кто с тобой общается. Что? Тебе сказать, кто общается? Ну, скажи, ну ты же сам знаешь, что они. От откуда они? Ну, да они все не такие знаю, же, как почти ты. 600 человек. Больше половины. Админы, кто у тебя? Твои друзья. Да ты что? Ты не имеешь понятия, кто такой правильный. Ты по жизни там, вообще там какие-то два человека, я эту группу не создавал. Ты не создавал, а кто админ? Ты? Ну, у меня тебе вопрос, ты там наговорил вчера много. Ну что? В адрес моей, ну, что плохой человек, редиска, еще там угрозы были. Где? Почитай. Ну где? Я не буду на камеру это говорить, это там все записано. Ни понятно? Одного плохого слова ты не уверен? Сказал, уверен. А я нет. Понимаешь? Ты же в суд подаешь обычно. Я еще не подавал никуда. Ну, я просто думаю, насколько тебе хватит твоего, знаешь, нечеловечества. Понимаешь? Опять же человек. А как ты подруга? Я на личность не переходил. Ты первый начал меня вызывать. Полоскать так, меня. Я, во-первых, вопрос тебе тогда задал. Ты у меня все, у меня записано. Я сказал нет. И между прочим, чтобы я тебе сказал, ты извинись перед теми людьми. Передо мной публично. Потому что тем людям, если я сделал все, что я обещал, должны было задание делать, отработать, выехать, посмотреть. Это не один днем делать. Ты мог. А ты, я не мог. Слова были чтобы сначала. Вторник я позвонил. Во-первых, я на работе. А за свои слова, которые ты говоришь, значит, ты знал, что ты говоришь. Ты провоцируешь. Как? Вот так, своими словами, понимаешь? Ну, ты опять, ты что за задницу? Ты сказал два раза, сегодня и сейчас балабол. Ты мужик, почему ты необоснованно это говоришь? А потому что так. Почему? Ну, ты, получается, тёлка. Почему необоснованно? Ну, потому что если ты необоснован, не мужик, тёлка. Я тебе еще раз говорю, ты не веришь слово. Если ты сказал необоснованно, получается, тёлочка. Просто жирная тёлка. Ты мне говорил лично, мы в пятницу с тобой встречаемся. Не можешь тебе сказать нет. Ты везёшь там. Я сказал первое. Я написал, что... У меня запись есть. Хорошо, послушай, я сказал, что я или напишу,
я это или потом напишу, это потом. Или позвоню. Я тебе написал, потому что я не могу говорить. Я исполню свои слова, ответил. Я сказал утром. Было такое? Утром? Утром ты вначале сказал. Подожди, что? Утром было. Я сказал, уточню. Когда я вечером ты мне перезвонил, я буду сказать, я на сходе играю. Было такое? Ты мне сказал вечером позвонить. Ну, ты согласен. Нет, ты вечером позвонил тот же день. Но позвонил мне, сказал, на сходе граждан, я перезвоню. Потом я сказал, я напишу утром. Могу я или не смогу? Так же? Так же? Так же? Я не отрицаю. Так же? Да, почему ты слова мои передернуты? Какие слова? А? Что я пообещал, что я тебе не сделал? Потому что есть изначально видео, где ты пообещал. С утра я тебе подписал. С утра в 9 часов, до 9 я тебе написал. Понедельник. Мы с тобой договорились на пятницу? Мы договорились, что было в четверг разговор. Я в пятницу утром написал. Я сказал, что я не могу. Было такое? Не отрицаю. Почему тогда мои слова дергаешь? Подожди, я не обещал и позвонил. Я сказал, уточню. Я сказал, да или нет? Да, я тебе утром написал, до 9 позвоню. Было такое? Было? А что ты тогда языком не извинил? А почему ты не... Я тебе написал? Написал. Подожди, я хочу слушать. Я тебе говорю твоими словами, которые ты на ветер бросаешь. Понимаешь? И потому что твое слово получается ничто не стоит. Просто ничто. Ну ты сам. Я тебе говорю одно, ты перекручен другое. Я тебе говорю, что я позвоню, ты говоришь, что я не перезвоню. Вопрос, я не могу понять. Ты кто вообще? Ты чего, вообще мужик? Если тебе есть, я сказал, я сделал. Ты получается, тебе сказали, ты перекрыл, как удобно тебе. Так. Вот так. Ты хочешь сказать, что вот это Алена... А причем Алена? Да, Алена приходила второй раз. Она первый раз написала заявление на отключение сама. А второй раз, когда я по закону на год и не могу сделать такую рассрочку, я сказал, обращаться в суд. Она сказала, да. А почему ты человека подвел, побежал и здесь сделал. И чем это все закончится? Она тоже самая она пойдет по тем же, то же самое скажет. Я поняла теперь, что. А ты человек обвел заблуждение опять. Вот так. Ты вообще законы вообще знаешь какие? Какие? Объясни. Какие, ты знаешь? Ну какие? Да, я вот хочу сказать, какие ты законы. Можно вопрос? Хорошо, вот. Образование какое тебе? Какое? Ну какая, я хочу интересно. Я просто интересуюсь. Меня тоже вы. У меня газа нет. Вот я что. Не, ну понятно, я. Ну у тебя какое будет? Ну какое? Ну что мне клетка? Ну понятно, значит, нету. Ну вопрос. Нету, понятно. Да я не хочу проверять, понимаешь? Просто если знаешь, получается, знаешь что? Я вот тебе как пришел, мне на работу, не вот это и делал, знаешь, после работы. Знаешь, мне... Ты с тобой в атмосферу? Да, мы пойдем попьем, за твой счет, ты же блатной. Вопрос, ну ты же нам не денег зарабатываешь. Ну как, доноры зарабатывают? Ну, тебе что там платят? Да, реклама платит. Абоненты тебе папки платят. Ты меня сделал на мне в YouTube деньги зарабатываешь. Я тебе давал свое согласие. Я тебе давал свое согласие выкладывать меня. Ты не выкладывал мои ничего в YouTube? Ни разговор, ничего сказать, запрещено. А ну, снимать, пожалуйста, снимай. Я снимаю. Ну, а я же сказал и сегодня твоему, что запрет. Меня не надо выкладывать, я не даю. Что просто я выкладываю? Тебе YouTube показать? Твой канал? Кто тебе сказал, что мой канал? А чей канал? Ничей, твой канал. Понятия не имею. Вообще не твой, да? Вот я опять за свои слова опять отвечаю. Не твой вообще. И ты никак к нему не причастен. Не, ну как меня? Ты же эти видеоролики ты снимал? Снимаю я. Да, я говорю, чтобы тебя распространял никогда не делал. Да я никому не передаю. Ага, распространяю. А как не получается в интернете? Знаю, ну там одному другу дал. Одному другу, а тот взял кинул и все продали. Ну просто понимаешь, ты вот сейчас элемент. Игра, пойдем. Ну это примерно то же самое ваше, как игра здесь с абонентами. Я не знаю, какая игра у тебя игра. О, понимаешь, я могу долго с тобой общаться. Понимаешь, очень долго. Я просто смотрю, у тебя диалоги нет. Это свои слова просто не отвечаешь. Просто. Потому что. Ты не человек слова. Понимаешь? Просто не человек слова. Я тебе могу сказать. Зачем я буду оспаривать? А ничего меня оспаривать. Понимаешь? У тебя такая точка зрения, у кого-то другая, у третьих еще какая-то. Да? Да я что-то это не заметил. Люди на тебя уже смотрят. Пришла женщина, ты ввел заблуждение опять. Если я ввел заблуждение, пусть она мне подсказала. Денег на ней заработал, она тебе денег скинула, да? Фу. Ну, девочка, скинула тебе денег, ну ты же просто так не помогаешь. Жалуешь? Я нет, я интересуюсь. Ну, я тебе могу уверенно сказать, никто мне денег не скинул. Уверен? А что ты себе повел так по, не так подходить? Ну как? Ногу что? Семя ножку причинил?
Ну, просто интересует. Ну, покажи. Ну, покажи. Ты на ножку и пришли. А что ты можешь? Что ты передавал? Да я не беру, просто покажу. Что ты так шевелишь? Как подсел. А ты что? Да я не убегаю, я на рабочей двери. Я не, а то ты за мной бегаешь. Я не знаю. Я хотел на прием попасть. Ты не абонент. А надо быть абонентом? Надо быть абонентом. Ты за закон? Ты за закон? Я не закон. Нет, ты за закон? Ну, а в законе где прописано, что должностные лица принимают только абонентов? Абонент. Водоканал принимает по абоненту. Или другими вопросами. Ты конкретно обозначил свой вопрос по водоснабжению? Как? Не дал выслушать. Хорошо, ты не дал. Ты сначала за одного у человека, которого доверенности не было, ты начал поднимать. Я если к тебе лично пришел. Вопрос. Если человек хочет прийти, представляет какие-то четыре интересы, он должен заверить нотариальное доверие. Вы это знаете? А чего мы-то нарушаем закон? Не, а я потом лично хотел... А лично к какому вопросу? Когда уже все разошлись? А я, блин, у меня видео столько, что я пытался на протяжении часа попасть самолично. Взял, отказал. Знаешь, ты услышишь мои слова? Не будь тут. Твой знакомый, коллега. Правильно? Мы договорились с тобой, что у вас слово не воротить, правильно? Я тебе... Я сейчас тебе говорю... Скажите, не употреблялись? Нет, не глаза красные. Пучки кидает. Переживаю. Вы не переживаете себя, не забывайте. Вопрос задаете. Ты сказал, что ты мужик, а стоит того печать, да? Почему этот господин снимает? Ну, Витя, я с ним могу ему запретить. Ну, понятно. Я с кедрасом не снимаю. Ну, мне тоже не нравится, понимаешь? Вот у меня как бы вопрос к этому всему. Если ты мужик, ты мне скажи, когда людям тариф? Я буду общаться с мужиком, понимаешь, а не с тёлкой. С тёлкой я общаться не буду. Что, я тёлка, что ли? Получается, да, и на сова свои ты не отвечаешь. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's